Поэтому основное, для чего Аллах приказал нам с вами поститься, чтобы мы стали богобоязненными. Дальше Всевышний Аллах Субхана ва Тааля продолжает и говорит: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Месяц Рамадан – это тот месяц, в который Аллах ниспослал Коран. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Коран, он هدى, указывает прямой путь للناس, всем людям, وبينات, и также делает различие между هدى والفرقان, от прямого пути, и также дает фуркан, разделяет халаль от харама. Аллах разделяет Коран, то есть нам некую такую, Всевышний Аллах дает программу, указание в Коране, что хорошо, что плохо, что харам, что халаль, что дозволено, что запретно. Вот это вот, в первую очередь, месяц Рамадан, это не месяц поста. Если вдруг вам зададут вопрос, месяц Рамадан, это месяц чего? В первую очередь, месяц, мы ответим, месяц Рамадан, месяц Корана. Месяц Корана, потому что Всевышний Аллах сказал: «Шахр Рамадан, аллази унзиля фихи Коран». Месяц Рамадан – это тот месяц, в который Всевышний Аллах говорит, ниспослал Коран. Ниспослание Корана было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, ая-ая, аят за аят. Ниспослал Всевышний Аллах на сердце пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Полностью Аллах почему сказал, мы ниспослали в месяц Рамадан Коран. Также в другом аяте Субхана ва Тааля сказал: «Инна анзалнаху фи лейлати мубарака». Мы ниспослали Коран в благодатную ночь. В другом аяте Всевышний Аллах сказал: «Инна анзалнаху фи лейлати л-кадр». Мы ниспослали Коран в ночь предопределения, то есть последние 10 ночей Рамадана, как раз сегодня 29-я ночь. Может быть, уже она прошла, ночь предопределения. Может быть, сегодня будет ночь предопределения. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ищите ночь предопределения в последние 10 ночей, нечетных ночей месяца Рамадана. Шахру лейлату кадри хайру мин альфи шахр. Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. То есть одна ночь лучше, чем 83 года поклонения и так далее.